день, дорогие друзья! Вас приветствует международная компания RS Property, застройщик и лучшее агентство недвижимости по всей Турции. Сегодня мы с вами приехали в район Конъялты, где я хочу познакомить вас с масштабным проектом, который расположился на территории общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Данный проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из 4 блоков и 247 квартир. На территории комплекса представлена обширная инфраструктура. Более того, в комплексе будет расположено 33 сетевых магазина, аптеки, кофейни, а также офисные помещения. К тому же, для вашего удобства в комплексе предусмотрен детский сад для ваших детей. На продажу в комплексе представлены квартиры планировок 2+1 и 3+1. Комплекс отличается высоким качеством строительства, ведь в ходе работ были использованы первоклассные материалы турецких и европейских производителей. Ну а сейчас несколько слов хотелось бы сказать о месторасположении данного проекта. Находится он в шаговой доступности от всей городской инфраструктуры. Также рядом находится университет Акденис и больница. Расстояние до моря и набережной района Конъялты составляет 5 километров. Ну а сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам пройти в шоу-рум и посмотреть, как будут выглядеть квартиры в данном комплексе. Сейчас мы с вами находимся в прихожей нашего шоурума. Напомню, что планировка 3+1. Здесь у нас с вами имеется отдельная кухонная зона, которая находится как раз-таки слева от меня. В стоимость квартиры уже будут включены встроенные шкафы в прихожей, также в спальных комнатах. Кухонная зона в данной квартире очень просторная. Здесь достаточно места для приготовления пищи. Оборудована она абсолютно всей необходимой корпусной мебелью высокого качества. Также в стоимость уже входит варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка, также посудомоечная машина. Стоит отдельное внимание обратить на то, что рабочая поверхность выполнена из акрила. Это ударопрочный и жаропрочный материал. И ко всему прочему, из кухонной зоны у нас имеется выход на просторный балкон. Сейчас мы с вами находимся на балконе данной квартиры. Отличительной чертой всех балконов в данном комплексе является то, что они уже заранее застеклены. При этом это не обычное остекление, а при помощи пульта вы сможете по желанию открыть или же закрыть ваш балкон. Сейчас мы с вами находимся в гостиной нашего шоурума. Гостиная зона здесь очень просторная и достаточно светлая, поскольку практически по всему периметру гостиной установлены большие панорамные окна. Из гостиной у нас также имеется выход на просторный балкон. Ну а что касается мебели, то наш послепродажный сервис с удовольствием поможет оборудовать ваше новое жилье. Тем временем мы с вами переходим к просмотру спальной части квартиры. Здесь слева от меня у нас располагаются две спальные комнаты. Также установлен у нас встроенный шкаф. И прямо передо мной у нас с вами располагается большая хозяйская спальня. Размеры хозяйской спальни также здесь достаточно впечатляющие, поскольку комната очень просторная. Здесь спокойно разместилась двуспальная кровать, также есть прикроватные тумбочки и при этом сохраняется очень много места для установки какой-то дополнительной мебели при желании. Отдельное внимание хотелось бы обратить на то, что в хозяйской спальне у нас имеется просторная гардеробная и собственный санузел. Сейчас мы с вами перешли во вторую спальную комнату. По размерам она идентична с третьей. Из этих двух спален вы можете сделать как детскую спальню или же гостевую комнату. Из мебели здесь спокойно разместится практически любой комплект мебели. Как на примере данной квартиры, здесь у нас установлена односпальная кровать и также имеются шкафы для хранения одежды. Ну и сейчас несколько слов хотелось бы сказать об обустройстве и отделке всех квартир в данном комплексе. На полу в гостиных зонах, в кухонных и в прихожих зонах у нас лежит плитка из керамогранита. В спальных комнатах на полу постелен качественный ламинат. Отличительной чертой всех квартир данного комплекса является наличие высоких потолков, чья высота составляет 3 метра. В стоимость всех квартир входит подогрев полов, кондиционеры, бытовая техника, сантехника, а также все квартиры оснащены системой «Умный дом» с повышенной системой безопасности. В настоящий момент комплекс находится на стадии строительства. Сдача в эксплуатацию запланирована на 2022 год. Приобретая квартиру в данном комплексе сегодня, у вас есть возможность получить беспроцентную рассрочку сроком на 24 месяца.
Ну, а на этой ноте наш обзор подошел с вами к концу. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте restproperty.ru. Данный объект находится под номером 9039. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, а также в комментариях вы всегда можете задать интересующие вас вопросы. Мы с удовольствием на них ответим.